Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Владельцы этого имени будут постоянно встречаться со многими трудными ситуациями и горькими переживаниями, которые они притягивают как магнит и сами подсознательно провоцируют. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Становясь вспыльчивыми и раздражительными, они часто ставят под удар взаимоотношения с близкими людьми. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. От душевного мятежа многие приходят к религии. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.